Ох. Боже, милости, будь мне грешен. Создав меня, Господи, помилуй меня. Бесчувствовал, если грешил, Господи, прости меня грешен, помилуй. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, преснобоженную и непорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога, Слово рожившую, сущую Богородицу, Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших, хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ неси, человека любит. Аминь. Боже, милости, будь мне грешному, создавай меня, Господи, и помилуй меня. Бесчеславя согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Вступление. Небольшое, что касается молитвы. Главное условие молитвы – быть мирным. И поэтому включил я сюда тему о войне. Какой может быть мир, когда убивают друг друга, ведут в плен? А говорят, если этого не делать, так нас поработят. Ну, вот об этом как раз и говорим. Люди не хотят понять того, что если бы мы делали как положено, тогда бы не было войны. А как же он нападает? Да он бы не родился тот. Гитлер не родился бы, Ленина не было бы. Итак, из плена выводили не войсками, не силой оружия, но благодатью, данной от Бога святым. Примеры. 12 июня, память, Петр Афонский обещал в монашество уйти и вывел его из плена святой Николай, чудотворец Мерликийский. 4 ноября Ионики Великий вывел и не раз из Болгарии пленных невидимо. Проснуться пленных нету. И однако святому сему много ли посвящено храмов? Это чудо великое. А где храмы Ионикия? Нет, вот молитва есть. Молимся, когда Ионикия. Это все стандартно, шаблонно, ничего не знает. Вот надо обязательно идти воевать. А кто? Сергий Радонежский благословил. Благословил Дмитрия Донского. Благословил ли? Вопрос. И второе. Почему те, которые получили указание не воевать, оружие не брать? Это в житиях святых Дмитрия Ростовского. Во времена Петра I писанные. И их есть жития. Их вообще никто не знает. 11 мая Мефодий выпросил 900 пленных. И вывел. 25 июля Макарий Желтоводский отпущен ханом. И он говорит, я один не пойду домой, дай мне пленных. И 400 человек выпросил и вывел их. Это не загробная участь, а просто в реальной. 11 декабря Никон Сухой Печерский не пожелал из плена выйти. И Бог в цепях доставил его из плена. 23 апреля Георгий Победоносец. Юноша из плена, а сарацин доставлен им был. 28 февраля Лев Епископ отдал себя в плен за трех больных пленных, но в пути и сам заболел.
не мог идти и был усечен. Как сейчас, пленных ведут, если упал, его пристреливают и дальше идут. И хотя жития святых, как доказывает, были стилизованы под существующих правителей, их строй при Дмитрии Ростовском, но из этих жизнеописаний видим, что воины-христиане были в войсках языческих императоров всегда во все времена, уже с начала II века. Зачем они там были? У языческих императоров, которые все вели захватнические войны, не оборонительные. И там были христиане. 6 сентября Рамил в войсках Трояна, хорошо запомнить, Троян, он был с 98 по 117 год. Ну, это прям рядом с христианством. И вдруг обнаружили в войсках, было 11 тысяч христиан, дивизия. И зачем они там были, ничего не говорится. Не будем же говорить, что языческие деспоты, все бывшие гонители христиан, были честны и вели освободительные, а не захватнические войны. И приходится признать, или все же были это не христианские специальности, быть наемным военнослужащим, или слов Христа «не убей», «не клянись», их не было, никто не знал, не говорили. 11 ноября. Виктор, христианин-воин. Узнали о том только тогда, когда его послали истреблять христиан. До этого он ходил на войну, убивал, ордена получал. А тут не пошел и отказался это исполнять. А воевать это не возбранялось? Вопрос. Вот я говорю, это редкий такой человек встречается. Виктор, христианин-воин. 11 ноября. Считать за врага и убивать того, кого в глаза не видел дотоле. И только потому, что это повелел языческий военачальник. 10 октября. Феотекн. Имя какое? Феотекн. Среди воинов было много христиан. Это в житии написано. Значит, возвращусь немного назад. Троян. 98-117. 11 тысяч христиан. 30 мая Исаакий Далмацкий, в честь его Исаакиевский собор назван. Бог воздвиг варваров с Дуная. Бог воздвиг варваров с Дуная, кавычки. Были ли тогда отказники, которые понимали бы учение Христа так, как Господь изрек в своем учении? Вот буквально понимаете, чтобы никогда не нарушали, это так называемые свидетели Иеговы. И больше других не было. В войну и баптисты все пошли воевать. А почему? Сразу расстреливали. А они шли под расстрел, ни один не пошел. Ну, надо взять это для себя. И у Гитлера они не пошли. Обычно так, приезжают, а и идти в армию нельзя. А в США там они служат. А эти нигде не служили. Против них и Гитлер был, их Библфоршер называли, исследователи Библии. И Сталин одинаково их уничтожали. Ни тех, ни других нету, а они самая сильная секта. Вот несколько житий святых. Себе где-то пометьте, если можно. 7 ноября. Ну, по старому стилю все. Но все равно 7 ноября. Иерон. Иерон. Мы каждый день ему молимся. В царствовании Диоклетиана, одного из лютейших гонителей христиан. Начало 4 века. Это последний уже был гонитель, там Ликиний еще был, повелел записать в войско всех годных к военной службе юношей, мужей, но и, дальше кавычки открыты, Иерон отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Страница 136. Тут непонятно еще. С идолопоклонниками нельзя служить, а если бы отдельные были войска, как казаки, вот во время войны, там можно? Непонятно. Страница 136 за ноябрь. Ночью блаженному Иерону явился некто, одетый в белые одежды, и возвестил ему кротким и полным любви голосом, кавычки открыты, «Спасение, Иерон, благовествую я тебе, правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за Царя Небесного, а не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать». Идешь правым путем. Вот рисует картины там, это Ленина слова такие, откуда он их взял.
21 апреля, страница 314, мученик Феодор, очень поучительный. Вместе с другими юношами был приведен и Феодор, на военную службу призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак, то есть форму надел. Но святой Феодор немедленно сбросил ее с себя, сказав, кавычки открыты, «Я знаменован от чрева матери моей, небесным царем Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя». И был казнен. И церковь прославляет его. 3 февраля. Роман Угличский не хотел сопротивляться Батыю, хану. Страница 38, кавычки. И не сопротивляться бесполезно, а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. Не сопротивляться бесплодно, он говорит, не надо. Не хотел он сопротивляться-то. Вот. Тоже святой. 19 августа Андрей Стратилат. А вот Андрей Стратилат, это военачальник Стратилат. Андрей был тысяченачальником, то есть полковником. От него уверовало 2593 воина. 2593. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей с речью, кавычки открыты. «Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем же единодушно и твердо стоять в любви Божией, как повелел наш Господь нам, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас, но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми, пострадавшими за Него. Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомученик Стефан, когда иудеи побивали его камнями, говоря, «Господи Иисусе Христе, прими души рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои». Когда они так молились, их настиг Селевк со своими воинами. Обнажив мечи и заскрежетав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христово. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но, подражая Господу своему, как незлобивые агнцы, отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи, и воины Селевка, без милосердия посекая их, в короткое время всех перебили. Пострадали в воскресный день во втором часу дня. Страница 236. Вернусь назад и еще скажу тебе. Август, 19 августа. Что это? Преображение. По старому стилю оно не совпадает, но запомните это. Андрей Стратилат, Андрей Первозванный, апостол, это Стратилат, то есть военачальник. И вот что известно из истории церкви. В честь отказников от службы нет поименованных храмов нигде. И может статься, что никогда и не было. А отчего же так? Не потому ли, что и память их не торжественно отмечается, и народ об их житиях не знает ничего? И как бы и не было таких святых. Но бесчетное число раз повторяются только те подвиги и тех святых, что выгодно трактовать для существующего строя. Даже явным безбожникам нравятся поступки их. Возьмите орден Александра Невского, даже Сталин учредил, Дмитрия Донского, теперь Федора Ушакова, канонизирует их. И вот я провел работу какую. Как выглядит по статистике? По списку приходов в зарубежной церкви, в русской, в 1992 году было 335 храмов и часовен. Различных названий из них 78. Из них Никольских 42, Покровских 30, Свято-Троицких 18, Воскресенских 17, Александровских, Серафимовских, Владимировских по 11, Михайловских 6. На первые 8 наименований, составляющих 3% от общего числа разных имен, приходится 153 церкви, то есть
одной треть храмов. Еще в святцах примерно 745 мужских имен в память святых, а храмы всего лишь в честь 39 имен. Это же и в России на 20 тысяч храмов та же арифметика, гамма, спектр имен. В честь кого названы храмы? Не увеличивается, а даже более скуден, то есть только в честь 5% мужских имен мучеников называются храмы. В честь отказников Иерона, Феодора, Андрея, Стратилата, где храмы? Ни одного. Женских имен по святцам 250, в три раза меньше. А храмы названы в честь 12 святых, то есть те же 5%. А 95% не востребованы, забыты, незнаемы народом. Чтимые в России икон чудотворных 301, а известны 210. А храмы названы в честь только 7 икон. Почему? Вот видите, я какую тут статистику дал. Раньше на Руси употреблялось около 272 имен при наречении ребенка из 750. То есть 36% от всех имен по святцам. Женских употреблялось около 103 раньше. То есть около 44% были в употреблении. Ныне же в употреблении мужских едва ли 55, то есть 7%, а у женщин едва ли 45 в ходу, то есть 18% от общего их числа. Из известных имен архангелов, а их 9, это Откровение 12.7.8, 3 Ездра 4.1, Тувия 5.20, в названии храма встречается только один. Только один. Архангел Михаил. В честь Гавриила очень редко, а в честь Иегудиила или других где храмы? Почему и кто все так однобоко и ущербно навязывает людям? Как в жизни, так и имена батюшек везде Николая, Александра, Владимира, Михаила, Ивана, Петры, Василия. Из народа же выходцы. Так и в почитании святых и их дел. Вот почему безбожники постоянно муссируют только один подвиг святого Сергия Радонежского. Благословил на войну с татарами за независимость Родины. Дал двух иноков на войну. Хотя это есть прямое нарушение канонов церкви. Откуда известно? Если епископ или пресвитер или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать оба, то есть римское начальство и священническую должность, да будет извержен из священного чина. Ибо кесарево кесарю и богово богу. Апостольское правило 83. За то, что Сергий Радонежский двух иноков подал, благословил, его сразу, немедленно надо было... Тут написано, что извержен. Учиненным единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни в мирской чин, иначе дерзнувшие на сие и не возвращающиеся с раскаянием к тому, что прежде избрал для себя, для Бога, предавать анафеме. Шестой Вселенский собор, Вселенский. Шестой, седьмое правило, 6-7, запомните. То есть Сергий Радонежский под анафемой церковных правил, а он благословил его, то есть все поперек идет. Ну все пока на этом. Я ничего не придумал, считал закон. И то, что ну, так идет у нас здесь, виноват это не кто-то, мы сами. Почему даже вопросы такие не задают? Вот так. Выключаю эту тему. Будем молиться. Чтобы у нас был мир. Мир и с народами, с кем воевали. За молитву, святый Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти мя грешу, яко николи же благое сотвори пред Тобою, но избави мя от лукавой, да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Земные поклоны не делаем только три раза, потому что сегодня Благовещение. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песнь попеем Ти сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигни, если Господи, ум и просвети, и сердце усни мое отверзи. Во еже петите, Святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, и помоги ради Твоя благости и долготерпения. Не прогневался на меня ленивый и грешник, погубил меня со беззакония моими. Но человеколюб стал еси обычный, нечаяние лежащего воздвигал меня еси. Во еже утреннюю Ти славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим. И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Земной поклон. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 77. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господу и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цуан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня, рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи.
Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них ману в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверг их среди стана их и около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое им дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не уверили чудесам Его. И погубил дни их в суете, и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. И вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их. И льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его. В пустыне прогневляли его в стране необитаемой. И снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его, дня, когда он избавил их от угнетения. Когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цоан. И превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их льдом. Скот их предал граду, и стада их молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезю гнева своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустыни. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его». Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом. И сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноша его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и отдающих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей, многие в щедротах и неизреченны в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет, и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты, Бог мой, Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится, Слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды. Ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, чрево матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного животворящего креста Господи, не оставив нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруй, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного родителя и сродника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священный Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира,
диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диадора и весь священнический и иноческий чин. И вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам да еще священника, если угодно с ним. Смири власти и воинству их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Владимиры, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Эмана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война, где. И научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров, нечистой силы потопления. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. И прищи добрые жители здесь. Сохрани школу. Аллилуйя. Россия помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, расширь пределы общин, найди новые души. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чада, их Валентина, Алексея, Валентину, Надежда, Дмитрия, Дмитрия, Олега, Алексея, Александра, Александра, Александра. Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины, спаси их и помилуй. Воззри на врагов, разруши их замыслы против нас, закрой их лживые уста, не отпусти их из жизни без покаяния истинного полного, и в судный день не помяни их безумие. Благослови благодетелей наших. Воздаем добром Елену, Евгения, Евгения, Наталью, Максима, Владимира. Воззри на болящих, пошли им исцеление, терпение, дабы никто не возроптал. Сергея, Алексея, Алексея, Александра, Александра, Валентину, Валентину, Марию, Калерию, Акелину, Василия, Игорь. И нас помилуй, милости Твоя ради. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, за все, что Ты допускаешь. Ибо все свое время окажется на пользу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, путешествующих родителей Льва, благослови, Рафи, отступников Николая, Михаила, найди всех, Ты знаешь, не дай им погибнуть. И от пьянства избавь Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Аллилуйя. Найди все наше отцовство. Дакию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Между нами да будет всегда мир, любовь и согласие по слову Твоему. И всем даруй духовное рождение свыше и водительство Духом Святым. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшая от жизни сей, ибо нет человека, который, живя не за меня, не согрешил бы. Всех православных христиан, и сотворим вечную память, вечный покой, и сохрани и благослови то, что у нас есть здесь, сайт и форум, и трудящийся на нем Игорь или Дмитрий. Сергея Василия, благослови и сохрани. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя.
Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя! Господи, обрати Александра Германа со мной. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне страх пред Тобой, ожидание суда Божия, веру в Тебя. Благодарю за день, в который дал в руки мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару жилье Сергея Гавриилу. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Проведи душу мою по мытарствам. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Моли Бога о нас, святитель Христов Никола Мирликийский чудотворец. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Иосия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Дабы день прихода твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, философ, Косма, Домиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, и старши родители за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий, Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит Господь наследие свое в православной вере. А замыслы еретиков, их учения нечестивые, развей, Господи, истреби и обрати их в православной вере. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёхла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Крепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Июня, Киприан и Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправь их непокоривость и стрельбы из них. Надежда, надежда, надежда. Галину, семейство Евгении, Людмилу, Галину и Анну. Не дай им погибнуть в непокорстве. Аллилуйя! И прими нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой.
Аминь. Господи, Владыка живота моего, мы не считаем сегодня ради Благовещения. Доброе утро всем. Мы утром насчитываем, составляем, как называется, события дня. Я поэтому вас отключу на короткое время, несколько минут, пока мы тут устанавливаем, что, а потом сразу подключу. События дня, мы много считаем вопросы и ответы, которые мне задавали. Это из сайта с нашего берем там вопросы и ответы, 55 папок расположены. Так, не успеваете поставить? Ставьте, все, пока, отключаю.